Круизный катер Bayliner 245 относится к категории Weekender и обладает всеми удобствами для проведения выходных на воде. Плавательная платформа с лестницей и дверкой на корме, широкие ступеньки по бортам облегчают прием пассажиров как с причала, так и с воды. Компактный круизный катер в модельном ряду Sunbridge Bayliner 245 экономичен, прост в управлении и легок в транспортировке на трейлере и спуске на воду. В просторной каюте 4 спальных места в двух изолированных отсеках. Есть столик, холодильник, раковина, плитка и удобное освещение каюты. Холодильник маленький, но в просторные рундуки под носовыми подушками можно добавить кулеры со льдом. В кормовом спальном отсеке есть окно для света и вентиляции. В изолированном гальюне есть сливной туалет, раковина и теплый душ. Длина катера 7,3 метра, ширина 2,5, хотя многие оформляют как 2,4, осадка 84 см меньше с поднятой колонкой, вес 2400 кг, топливный бак 242 литра. Со стандартным карбюраторным двигателем Mercruiser 5 литров 220 лошадиных сил катер имеет максимальную скорость 61 км в час, круизную скорость 42 км в час, дальность на баке топлива 245 км, разгон до глиссирования за 5,5 секунд. Американская фирма Катер USA поставляет прогулочные, рыбацкие, каютные и круизные катера, алюминиевые катера и моторные лодки для рыбалки из США. Мы продаем наши собственные катера после техобслуживания и проверки на воде со складов в Санкт-Петербурге и в Майами. Спасибо за внимание.